сгорела подстанция в Орджоникидзе, свет закончился. Ну, очаг сейчас ликвидирован, но тление продолжается. Там 0,4 занялась, короче. Там до хрена кабелей, все погорело. В общем, капитально тут. Давайте, давайте, я тут работаю. Пошли за ним. Так что до утра, думаю, восстановит свет. Отсюда в Крыму кабеля. Так вот, кабеля везде есть, где свет проходит.